Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Черт! Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле, считая непокойники. Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть. Давай, Артём, действуй.
Их! А паутины-то шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артем! Не торопись! Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Генератор в порядке. Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Какого? Что с ним? Почему встал? Хранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Уцепился! Тёмыч! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты, сука! Свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слышал! Теперь идет правильно! Высоковато. Их! Не дрейф, Артем! Прыгай! Двинули! Снова они! Артем, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, сюда, подсоби! Брюхо видно!
Смотри! Артём, руку! Скорее, ноги в руки! Сюда! Пошли! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут! Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три! Ёлочка, гори! Ладно, двинули! Не отходи от меня! Нравится! Нравится, тварь! Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода... Туда ведут! Слушай, Дертанет, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Да не переживай за меня, я же Атос. Если что, шпагой отмахаюсь. Давай, Артём, действуй!
Фронт не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры? Там? Черт, фильтров маловато. Но ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Нечего тут рассиживаться. Айда дальше. Ну что, пошли дальше? Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасает. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место! На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Настоящий.
проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! О, сейчас, кажись, блевану! Старайся идти потише, тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Что случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артем, стой! Пригнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Только тихо! Если заметят нас, разорвут как пинты! Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, в семье после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артем, что это было?
Живые, смотри, они живые! Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? ЧП. Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Коля, падаем! Скорость какая? Скорость! Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Помогай! Да что же это творится? Планирую! Руки себя возьми! Давай, скажите, запускайся медленно! Правый движок тушит! Давай, сверху! Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Чёрт! Демон! Срежь его! Когда-нибудь вы, может быть, меня и достанете! Но не сегодня! Что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа прут! Театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Давай сюда!
сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Давай за мной! У меня фильтр на исходе! Еще один! Открывайте! Скорее! Чего так прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извините, время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. То-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдем. Надо людей набрать. Значит, будем мужиков ждать? Да, скоро подойдут и погоним, тварь. Они нас и здесь найдут. Найдут. А тогда все. Все пропало. У меня по новым меркам. Нафига? Вдруг сантиметр. Кто в армию запишется, признают человеком. Как а лишние рты на улицу. Столько лет жили, ну, или а теперь мы на уроды. Виселицу. Как же так? Сколько раз такое уже было? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько мерзко. Может. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. Семеновна, ох и дух тут у тебя, аж слюнки текут. Неужто новенькая чего сообразила? Костя, когда вы вернулись? Когда? Какой тут? Где Витя? Почему сразу ко мне не зашел? Прости, Кать. Ты руки-то свои не сунь. Прости. А то по лобникам как дам сейчас по балде. Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. Да, дядь Миш, покажите. Все попадали, он даже не зацепил никого. Ух ты, это же демон! Витек, маска какая. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх, мутанты кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил, копил. Кончилось. Гильзы, конечно, не новые, да и черт но сделано на совесть, не сомневайся. Это ты хватил.
Может, мы еще из подручных для сталкеров дорастем? Заходи еще! Может, ухо будет? А кому рыбки? Вчера съезды! Рыбки, копченые, вяленые, соленые! Умеренные цены! Не дай врагу замерзнуть! Самооборона – дело рук самого обороняющегося! Покупайте оружие! Ублюдок, конечно, бьет недалеко. Зато скорострельный. Ого! Ашот, конечно, однозарядный. Но картечью и один выстрел мало кому понравится. Гранаты! Доступно и всерьез! Счастливо тебе, парень. О, сталкер пожаловал. Парень, купите, если понадобится помощь, с поверхности там что-то тяжелое принести. Так мы через пару дней будем готовы. И возьмем недорого. Видишь, ни пятнышка, ни царапинки. Точность гарантирую. Если понадобится что, сразу ко мне. Патроны и другие боеприпасы. Бери, бери, не пожалей. Вставляет как надо. Что-то боязно. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Запрещено. Боязно. Один раз же. Это ж театрально. Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса... Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Да-да, конечно, проходите. Артисты горят энтузиазмом и прямо рвутся на сцену. Ладно, Станиславский, ты если хочешь посмотри тут, я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Thank you.
Что, Артём, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. Разлюбили нас? Ну как можно, Лен? Работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Впрочем, фиг тебе. Свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой гитарик? А он у нее того. Эконом. Этот презрел опасность. Бросил вызов природе. Зато хозяйственный. За таким не пропадешь. Ой, так и выходи за него. Человек венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика. Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, две термины специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артём, строгнем! Олег! Ух, хорошо пошла! Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего. Расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще парню. Давайте! Ты куда? Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. А, о чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку?